Смотрите, уникальное явление просто. Солнце находится еще над горизонтом, да? И то есть и Солнце, и Земля, и Луна. Вот смотрите, опа, и опа. Вот Луна. Луна сегодня вот такая вот. Уникальная вот фишка. Не поймешь, как такое может быть. Луна вот в такой вот фазе получается, наполовину обрезанная. А Солнце вот в такой вот фазе. То есть, если взять логически, да, то треугольник Солнца должно напрямую светить на Луну, Луна должна полностью светиться. Вот, вот что закрывает, получается, Солнце. Как бы, типа, понятно, мы все знаем, что Земля закрывает, но в данный момент, вот подумайте сами, вот прямая линия, мы видим Солнце, да, Земля идет круглая, то есть, естественно, это если бы Солнце уже там ушло бы дальше, естественно, оно бы уже закрывало бы Луну. Но вот сейчас же Солнце, естественно, если мы здесь видим Солнце напрямую, то есть и Луну уже видим на такой высоте, да? Вот что вот закрывает в данный момент, получается, Луну? Вот физики, объясните мне в комментарии, я вот не могу, как инженер, понять этой логики, если вот в данный момент три прямые линии. Вот, и, естественно, еще смещение Солнца в ту сторону и смещение Луны в ту сторону, что закрывает Луну. Напиши свой комментарий, только логический комментарий, а не там троллинг, фоллинг и все остальное. Подписывайся на канал, ставь лайк, смотри другие видосы.